Всем привет! Ну что, мы продолжаем. Неожиданно автомобильный рынок открытый, я хотел поехать, и тут приперлись покупатели. Давай с мужика начнем. Сколько ты хочешь? Я хочу за 15. Хотя за 11. Давай торгнемся. Если ты за 12 тысяч ее сейчас покупаешь, то я продаю тебе. Если нет, то женщина. Женщина, извините. Но мужик решил купить ее за 12, фига, ногами как ходит. 148 тысяч, почти 150. И бегом на автомобильный рынок. Покупаем самую дорогую машину. Тик, где? Подожди, ага. Сейчас я примерно посмотрю, какая вот эта дорогая машина. Rolls-Royce дорогой. О, вот это классная, смотри. Скоростная, сколько она стоит? Я буду самую дорогую покупать, которой вообще нет. 68 тысяч, иди нафиг. Мне нужно дороже. Бьювик, может быть, вот этот. У нее была 60, это может дороже. Мне нужно самую дорогую. 78, вот это уже подороже. Хорошо. Но мне еще вот здесь понравилась тачка. Самая первая, она какая-то такая, типа Lamborghini, что ли. Ладно, давай. Здравствуйте. Если самая дорогая, то 300... Ого! У меня нет столько денег, кстати, на нее. Вот эту купим. Да. Вот эту машинку. За 60 тысяч. Торгуемся за 60 тысяч ровно. Да, прикинь, купил ее за 60 тысяч. Ух. Ух. Так. Вот такой драндулетик. Потом, какой еще самый дорогой? Вот этот или этот? Вот этот, наверное, да. Вот этот дорогой. За сколько он там? 70 просил? 78. Давай, торгуемся за 70 тысяч ровно. За 70 тысяч, если он мне продаст, то будет классно. Если нет, то он будет блять. Прикинь. Ух ты. Так, знаешь, что сделаем? Подожди, зачем мне сесть в машину? Отправляем ее нахер. Сесть машину. Где? А где? А, вот машина. Отправляем ее. Какая еще? Вот эта дорогая. Ну, что-то такое на китайскую, похоже, машинку. Сейчас посмотрим. 57 тысяч. Блин, а у меня 18 только. Алло. А чё? Я так быстро много денег потратил. Ну, давай вот эту вот возьмем. Русскую. Привет. За десятку. А я не вижу, сколько у меня денег. А, у меня есть деньги. За десятку, ну давай за 8. Если за 8 продашь, то будет отлично. Торганемся до 8. Угу. Давай, давай, думай, думай, думай. Мне не интересно. Блин, ладно, тогда давай за 9. Нет, за 8 700. Еще 300 рублей. Поздравляю, машина твоя. Все, у меня еще... А, у меня еще 9 тысяч, кстати. Да нет, она не русская. Точка. У меня еще 9 тысяч, я могу еще, может, что-нибудь машинку купить. Сейчас, пока я здесь припаркую. Вот эту, может быть, блин, она, наверное, дорогая, за 9 тысяч она не пойдет. 100 тысяч, все, до свидания. Надо было эту брать сразу, первую, за 100 тысяч, и все. Тут дорогие уже тачки, за 11. Давай за 9600. Может, купит за 9. 600. Все деньги тебе отдаю вообще даже. Да. Продали. Мы ее сейчас отправляем. А едем на вот этой беленькой, красивой машинке. Чувак, ты чего? Мне залез-то в машину. Ну, поехали. Смотри, все снимаем. Как у него разгончик? Нормальный? А тут офис там и рядом. Автомобильный аукцион. Главное не врезаться никого. Вот смотри, что они тут стали долгие. У вас есть одно очко навыка? А, очко навыка я получил. Ага. Так, припаркуем ее сюда. Вот здесь. Потом мы ее еще помоем.
И еще, нифига мы на автомобильном рынке, ребята, скупили столько тачек классных. Вот эту я хочу, беленькую. Беленькую машинку сейчас поставим. Аккуратненько сюда. Оп, и назад припаркуемся. О, нет, 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 не туда. Почему мне не разворачивает камеру, не знаю. Оп, врезался или нет? Все, здесь поставим ее. Неожиданно наступила ночь. Ё-моё, опять ночь. Садимся. Сюда. Кстати, ночью машину мне лучше нравится. Тихо, фига, ты что так разгоняешься? Я бы ее как-нибудь еще красиво бы поставил бы лицом. Может быть вот здесь вот так? А, нет, у меня вторую потом некуда будет поставить. Поэтому эту мы ставим здесь вот так. Блин, вообще места мало, я говорю же тебе. Так, ну вот эту еще. Тоже моя тачка. Аккуратно разворачиваемся. Надо нам прокачивать все-таки место. Нет, я хочу лицом ее поставить сюда. Мы же продавать будем. Поэтому покупатель должен видеть то, что он покупает. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, не сюда. Вот здесь. Вот так, замечательно. Все, глушим движок. Эх, офис закрываем и идем спать. А утром мы будем машинки продавать в контейнер. А, в смысле? Стоимость билета 10 долларов. В смысле? В смысле минус 16? Подожди, а как так? А как так? У меня минус 16, ребята. Мне что, ночью надо будет здесь сидеть, ждать? А, либо можно на машине поехать туда, слушай, на туре. Почему нет-то? Так, подожди. Как нам включить ближний свет? А где у меня контейнер находится? Подожди, а дальний свет? А, подожди, ё-моё, что-то вырвалось. Смотришь на клавиатуру, где там свет? На дальнике надо ехать. Контейнер где? Я не знаю. Я редко тут вообще по району ездил. В свое время. Ну вот я остановка где-то, может быть, здесь контейнер. А, вот он контейнер. Вот остановка, вот контейнер. Все ясно. Так, разведем тачку. Глушим. Выходим. Нет у нас денег на автобус, но зато у меня есть 6 тачек, которые я купил на автомобильном рынке. Недешево, кстати. На следующий день выходим. Пока у меня минус 17 рублей. Вот такой вот у меня контейнер. Садимся в тачку. И едем домой. А знаешь, я такой думаю, блин, нифига себе, денег на автобус нету. А, придется, думаю, ночевать. А, я совсем забыл. Это что за такое? А, это именно вот этот райончик, в котором мы тачки обычно покупаем. Ух ты, смотри, какой Додж стоит крутой. Я тут такого не видел раньше. О, ой-ой-ой, врезался. Смотри, какой красавец. Вообще, я такую себе хочу тачку. Смотри, какие у нее глаза, вот машинки. Сколько она стоит, эта красавица? Я не знал, что на районе такие есть машины. За 19 тысяч всего лишь. Пока денег нету, ладно, в следующий раз мы ее купим. Где я тут врезался? В тачку. Давай ее на эвакуатор переместим. Сами поедем на автобусе. Блин. Где автобус? Ах ты! Вот я дурак. О, нет, вот реально я умный человек или я дурак? Нахера я? Придется пешком идти, да? Придется пешком теперь идти до офиса.
Ну ладно, прогуляемся, да, посмотрим райончик. Кстати, я не туда пошел. На остановку. Минус 17. Блин, мне придется пешком идти. Зачем я на эвакуатор отправил? И нельзя же никак и тачку купить сейчас никак невозможно. И доехать никак денег нету. Всего лишь 10 долларов не хватает. Но ничего страшного. Я знаю короткий путь. Мы сейчас с тобой прогуляемся немножко по райончику. И посмотрим местность. Трамплин. Вот он трамплин. И напротив этого трамплина находится. Может, мне кто-нибудь подвезет? Алло. Нет. Тут плохо не реализовано, чтобы тебя могли бы так подвезти. Нет, сейчас мы тут сократим путь и дойдем домой пешком. Есть такой вариант дойти пешком. А вот уже и мусорка. Автомойка. Ой, нет, не автомойка. Вот моя машинка. Зря я тебе сюда отправил. Прости, прости меня. У тебя даже двигатель включен. Разворачиваемся. Ставим ее. А, нужно поближе поставить, на всякий случай. Есть. Выключаем двигатель. Выходим. Что у нас там очков? Опыта было, да? А, давай еще намоем тачки. Мне нужно 2 очка опыта, чтобы мне прокачать этот самый. Интересно, сколько я не заработаю сегодня? Вот это вот мне интересно. У меня куча машин. Автомобильный рынок у нас, видимо, закрыт сегодня. Сегодня уже не будет. Где-то еще грязь, да? А вот здесь еще грязь. Есть машинка помыта. Нужно домывать машину до конца, чтобы получить максимальное число опыта. Там потом 4 опыта дают. Так, крылышко. И капот, бампер. Где еще грязь? А, вот здесь еще крыло мы забыли помыть. Сверху еще помоем. О, есть. 2 тачки мы помыли. Сейчас мы их будем продавать. Мы, наверное, уже выставим на продажу их, которую я уже помыл, да? Почему бы нет? Открываем офис. Так, продается. Так, сумма такая будет. Счастливые семерки будет называться цена. За 7 миллиардов 700 миллионов долларов. Все, выставлены все тачки на продажу. Пока будет подходить клиентура, мы тачки эти помоем и заработаем еще немножко опыта. Так, чтобы я понимал, где какие тачки вымыты, они у меня будут здесь. А, подожди, а у меня еще одна машина тут есть, а что-то только так мало. Я думал, у меня больше. Но они дорогие, конечно, тачки были. Поэтому такая вот цена. Теперь я понимаю, зачем нужен автомобильный аукцион. Потому что там машины очень дорогие. Опа, первые покупатели приперлись. А, давай, с тебя ты был первый. А, кучу денег стоит, конечно, за 9. Давай, за 12. А, торганемся, за 14 тысяч ты ее забираешь. И мы с тобой прощаемся на этом. За 14 тысяч, давай. Накидываю я прям много. Есть покупка совершена. Давай. Вот эта тетечка, она очень дофига денег. Ага. За 70 сколько она? 83. Торговаться 90. Как она со мной не хотела тогда торговаться. Давай за 90 тысяч она купила. Прикинь, за 90 тысяч. Привет. Давай подумай. За 9500. Торговаться. Давай за 11 тысяч ты мне ее покупаешь. Я тебе ее очень-очень дешево продаю.
Да. И еще последняя тачка осталась. 115 тысяч, у меня всего лишь так мало денег. Почему у меня так мало денег? А, за 111. Ух ты! Давай торгнемся за 115. Блин, мне даже, знаешь, и торговаться особо с тобой и не хочется. За 115, за 111. Офигеть! Вот это я заработал 230 тысяч. Блин, ребята, я теперь расширю свой офис. Это будет бомбически. Но это будет в следующем ролике. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.